Здравствуйте. Вы смотрите «Диалог». Сегодня с гостем в студии будем обсуждать вопросы наведения порядка на Земле, охраны животного и растительного мира. Присоединяйтесь к нам. Заместитель председателя Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Павел Владимирович Новиков. Родился в 1978 году в Минске. В 2000 году окончил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. Проходил срочную службу в пограничных войсках. С 2003 по 2008 года работал в Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира в должности старшего госинспектора. В областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды работал с 2008 года. Начинал с должности специалиста, затем работал начальником отдела. В 2019 году назначен заместителем председателя комитета. Координирует работу по организации и осуществлению деятельности по таким направлениям, как контроль за охраной и использованием земель, недр, биоразнообразия, особо охраняемых природных территорий, а также вопросы по охране труда и взаимодействия с МЧС. Вопросы Павлу Новикову вы можете задать, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Viber номер плюс 375 29 340 043 3. Здравствуйте, Павел Владимирович. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В начале нашей программы, по уже сложившейся традиции, короткий анонс событий наступившей недели. Наступившая неделя пройдет под знаком Дня науки. Торжественные мероприятия проведут во всех вузах и научно-исследовательских учреждениях Беларуси. Областное собрание научной общественности нашего региона запланировано на пятницу, 24 января. Мозговой штурм для разработки инноваций. Хакатон социальных проектов впервые пройдет в Гомеле. Марафон программирования соберет представителей IT-компаний и студентов. В течение двух дней, 25-26 января, участникам предстоит генерировать идеи по разным направлениям. 23 января у братской могилы в городском поселке Лельчицы состоится торжественное мероприятие, посвященное 76-й годовщине освобождения городского поселка Лельчицы от немецко-фашистских захватчиков. Митинг пройдет в рамках республиканского проекта «Во славу общей победы». 23 января в Гомеле состоится презентация книг лауреатов премии имени Кирилла Туровского. Премия присуждается ежегодно на конкурсной основе в шести номинациях. 25 января определятся имена девушек, которые представят Гомельскую область в финале национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2020». К участию в кастинге жюри определило 115 претенденток по итогам предварительных районных отборов. За событиями из жизни региона следите на канале «Беларусь-4». Ну а прямо сейчас будем обсуждать вопросы экологии. Этот год, завершающий в трехлетии, которое проходит в стране под знаком года Малой Родины, и на этот период была запланирована масштабная работа по наведению порядка на Земле, благоустройству и озеленению. Павел Владимирович, как оценивается положение дел в нашем регионе? Все ли, что было задумано, удается реализовывать? По итогам прошедшего года в целом Гомельская область обеспечила все доведенные до нее задания, как региональными, так и республиканским планом по наведению порядка на Земле. Сам по себе план включает в себя несколько блоков. Это как наведение порядка непосредственно на территории населенных пунктов, установка контейнеров, создание площадок для складирования отходов, ямочный ремонт. Очень большие показатели были доведены по озеленению, высадке деревьев, кустарников, созданию газонов. Также один из существенных блоков – это наведение порядка на сельскохозяйственных объектах. Он включает в себя так же, как и создание площадок для складирования отходов, создание площадок для складирования изношенных шин, скажем так, упорядочение этой ситуации, установка ограждений. И в целом, чтобы наши сельхозпредприятия, их структура соответствовала требованиям предохранного и иного законодательства. Ни одно из этих направлений нельзя назвать легким или легко выполнимым. Конечно же, эта работа достаточно сложная, ответственная, и я думаю, что были определенные трудности. Мы продолжим эту тему. С
Сейчас давайте ответим на вопрос нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Жительница Смирнова Татьяна. У меня вот какой вопрос и просьба. Можно в нашем микрорайоне Любинском на улице Богдана Хмельницкого 126 и к дому 122 были в этом году посажены деревья. Также и пускай по всему нашему микрорайону Любинскому. И кустарники. Потому что в последнее время очень много деревьев погибло, а то дети поломали, уничтожили. Оно вот когда все посажено, красивая зелень идет, оно приятнее, легче дышать, и животный мир у нас. Также, чтобы дети не ломали, пускай проведут беседы в школах и в детских садах. Спасибо большое за обращение. Об озеленении населенных пунктов мы попозже поговорим. Нужны новые посадки сегодня, как и в микрорайонах, которые недавно появились, так и в районах старой застройки, но уже за тем, чтобы подрастающее поколение к этому бережно относилось. Ну, в первую очередь, родители, конечно же, должны следить. Конечно. Вопрос нам понятен. Такая работа ведется на системной основе. Выступаем в школах, выступаем в трудовых коллективах. Пытаемся донести требования законодательства, привить бережное отношение к окружающей среде, к природе. Зачастую получается, но сами понимаете, что бывают и исключения негативного характера. Я думаю, что не раз бывало вам неприятно и обидно за какое-то такое неподобающее отношение к результатам труда, потому что, конечно, тот, кто наводит порядок, его ценит. А тот, кому это все достается чужими руками, даром и просто в виде какой-то красоты, чистоты, ну, те немножко иначе это оценивают. О вкладе населения тоже хотелось бы поговорить, обязательно поговорим. Сначала о результатах выполнения государственной программы, тех показателей, которые доводятся в качестве заданий. В принципе, у региона достаточно хорошие позиции, крепкие. Безусловно, позиции у нас достаточно крепкие, о чем свидетельствует фактически ежегодное регулярное занятие высоких мест в республике по наведению порядка на земле. Так, за последние 5 лет город Гомель, за последние 8 лет, 5 раз являлся победителем республиканского осмотра конкурса по благоустройству и наведению порядка на земле. Соответственно, соответствующий вымпел сейчас имеется в горосполкоме. Кроме того, несмотря на то, что итоги пока за 2019 год не подведены, они сейчас подводятся в Министерстве природных ресурсов, но уже на нашем областном этапе определены такие победители, как Мозырский район и центральный район города Гомеля, которые поделили первое место. Второе место занял Петриховский район, третье – Брагинский район. Мало завоевать. Лидерские позиции, их, конечно же, нужно удержать, а это с каждым годом все сложнее, потому что достаточно высокий уровень, мне кажется, сегодня уже демонстрируют все. Безусловно. Какое из направлений той работы, которую вы перечислили, на ваш взгляд, является самым сложным? Где возникали какие-то проблемы? Ну, если касаться плана, то наиболее сложно это высокофинансово-затратные моменты, мероприятия, которые требуют значительных финансовых средств. К сожалению, ряд сельхозпредприятий в текущем году не располагает такими средствами, и поэтому у них был срыв выполнения отдельных заданий. Это, прежде всего, тампонаж неиспользуемых артезианских скважин, и часть был вопросов по асфальтированию территории, подъездных путей к сельхозобъектам. Но в связи с тем, что другие районы перевыполнили данное задание, то, соответственно, область в целом, ну, выглядела достойно. Павел Владимирович, а насколько население области готово включаться в те экологические акции, которые вы объявляете, и насколько люди готовы ответственны за состояние нашей общей территории, на которой мы живем, разделять с вами? Ну, ежегодно мы видим все большее количество откликающихся людей, которые участвуют в наших мероприятиях, а их очень много. В последние годы, вот, в том числе благодаря тому, что глобальная экологическая кампания «Обустроим малую родину» была проводилась, она и сейчас будет проводиться далее, в рамках данной кампании всевозможные акции. Это такие акции, как «Чистый водоем». И, значит, каждую весну инициатор – это Белорусское общество охотников и рыболовов. Мы активно подключаемся. Всех желающих приветствуем. Всем выдается инвентарь, выдаются перчатки, мусорные пакеты и проводятся работы по очистке наших прибрежных зон, водных объектов. Которые... Ну вот, насколько пресса освещала это мероприятие, и канал «Беларусь-4», конечно же, тоже, мы заметили, что поддерживают такие акции молодежь.
Это, конечно, такая категория граждан, которые легкая на подъем, которых очень легко к какому-то делу привлечь, но достаточно ли рук? Понимаете, тут никогда мало не будет. Или, точнее, много не будет. То есть, чем больше людей, тем больше территории можно очистить, более короткое время. Ну и самая основная задача, что даже после этого наведения порядка необходимо его поддерживать. Вот это самое сложное, как правило. А вам приходится отвечать на вопрос, почему, собственно, мы должны это делать, если есть специальные ответственные службы? Дело в том, что все-таки пока культура наших отдельных людей не позволяет навести порядок, и чтобы он сохранялся, и все последующие смотрели с данными местами. Поэтому пока без участия общественных организаций, инициативных граждан, просто обойтись невозможно. Особенно в таких случаях, где, в принципе-то, и финансирование на благоустройство, на ведение порядка не выделяется. Те же сельские исполнительные комитеты, которые зачастую за большую прибрежную полосу отвечают, они не в состоянии постоянно на системной основе поддерживать. Да, какие-то по нашим предписаниям точечные они убирают, но всегда находим у них отклик и выражают большую благодарность, когда именно откликаются сами непосредственно граждане, проявляют инициативу в том числе. И, то есть могут и инициировать, да, что давайте могут. Мы соберемся все вместе. Достаточно, если необходима помощь, можно обратиться и к нам. Мы всегда соорганизуем и с местными уровнями власти, и поможем техникой организации предприятий, чтобы потом вывести эти отходы. Потому что бывают случаи, когда сами инициативу проявляют, очистят территорию, положительный эффект, безусловно, есть, но потом эти отходы собрали, скажем так, в кучу и уехали. В принципе, потом или собаки, или ветер, все это растягивается и уже нивелируется эта работа. Как раз от вопросов свободной воли, участвовать или не участвовать в какой-то акции, давайте перейдем к той сфере, которая регулируется законодательно. Неправильное хранение, складирование отходов, создание несанкционированных свалок. По результатам контрольной деятельности, насколько это распространенное явление у нас? К сожалению, пока довольно распространенное явление. Только органами Минприроды в прошедшем году выявлено свыше 3000 несанкционированных свалок отходов. Все это потребовало как значительного внимания с нашей стороны. Кроме этого, были задействованы в дальнейшем землепользователи, на землях которых вот эти свалки организованы. То есть не факт, что сам землепользователь ее обустроил. А, скорее всего, и в большинстве случаев просто, нерадивые граждане, либо предприятия, которые не хотят идти законным путем, заключить договор на вывоз отходов, либо приобрести талоны на санкционированный полигон для захоронения отходов. А им проще, ближайший перелесок, во враг высыпать и, умыли руки. Но с этими вопросами мы тоже очень жестко боремся. Мусор обезличен очень редко бывает. То есть имеются квитанции, накладные, какие-то записки, даже те газеты с адресом по прописке и так далее. Выходим на владельцев, прослеживаем цепочку, как эти отходы могли попасть в это несанкционированное для хранения место. Тут целое расследование. Расследование, действительно, и подключаем даже милицию. Бывают такие случаи. Но в итоге, в большинстве случаев, находим виновных лиц, наказываем. И, соответственно, наказание... А какие штрафы? Наказание довольно приличное. Ответственность для физического лица составляет до 50 базовых величин. Довольно приличные средства по нынешним меркам. Если касательно юрлица, то это вплоть до 1000 базовых величин, что, довольно ощутимо. Да, может всю хозяйственную деятельность на корню подорвать. Может подорвать. Последующую. Спасибо большое, Павел Владимирович. Есть телефонный звонок у нас на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Наталья Станиславовна. Алло. Мы вас слышим. Говорите, пожалуйста, не прерывайтесь. Вы же в эфире. Хорошо. У меня вопрос насчет рекламных счетов, которые по всему городу, очень мало их. И не все люди могут дойти до них, что прежде чем бросить мусор, хрюкни. Во-первых, свиньи бывают, которые живут в домах лучше, чем люди. Они в одном месте едят, в другом гадят, а третьим спят. Но люди же бросают мусор, едят, еще что-то. Нужно что-то делать, чтобы штрафовать.
не так, что вот где-то выйдет мусор и его штрафуют, а конкретно бросил бумажку, значит, будет бросать. Да, в центре города очень много урн, ничего нельзя сказать, но на окраинах очень мало. И все окраины загажены, потому что центр убирают, а окраины нет. Поняли вас, спасибо. Нет, у меня еще один вопрос. Да, пожалуйста. По земельным вопросам, если участок загажен, на территории нового микрорайона, вот Федюнинский, Новая Жизнь. Я неоднократно обращалась. Оранжерейная улица между 113 и 115 домом. Там лес уже растет, избушка эта развалилась, и туда все свозят мусор. Когда я в экологию обращалась, они мне сказали, они не имеют права заходить за забор. Забора уже нету. Но там мусора, вы не представляете, сколько. Как с этим, чтобы этот участок забрали? Да, я думаю, что будет организована проверка. Спасибо за сигнал. Любое подобное обращение – это повод. Это сигнал, да. Для того, чтобы выехать на место и проверить ситуацию. Спасибо. Вопрос, он принят. Такие случаи, ну, редкие, но есть. Когда землепользователь, скажем так, утратил каким-то образом свои права, либо, значит, не соблюдая требования законодательства по обслуживанию своего участка, а именно землепользователь обязан благоустраивать, поддерживать и так далее, земли те, которым дало государство, то, соответственно, вместе с местными органами власти приходится решать вопрос, вплоть до изъятия данного земельного участка в судебном порядке. Ну, конечно, свалку никто не потерпит даже на землях. Да. И существует ответственность непосредственно для землепользователя. То есть мы его находим, выдаем предписание, и 15.10, часть 2 по КУАПу предусмотрена. Вот как раз продолжение этой темы. У нас есть опрос гомельчан. Мы спросили у людей на улицах, как вы считаете, как бороться с несанкционированными свалками? Ну, надо воспитывать людей, повышать, наверное, уровень воспитания. Вот, начиная со школьных скамьи и заканчивая взрослыми. Я считаю так, что это только воспитание. Вот это молодое поколение, которое родилось уже в 90-х годах, они будут, может быть, более культурные люди. И не будут, конечно, так вот. Ну а так как еще бороться? Только через культуру. У меня дача в Приборье. И там вот рядом, прямо с деревней, в лес только заходишь, там такие свалки, что волосы дыбом встают. Чего там только нету. И унитазы, и рак, там и строительный мусор. И никто ничего не отвечает ни за что, и никто ничего не платит, и никто ничего не делает. Ну так вот как бороться? Я в сельсовет заявляла, говорила. Вот. Они говорят, это дело этого лесничества. Наказывать материально. Большие штрафы должны быть? Наверное, приличные, чтобы люди задумывались, когда бросают, едут, особенно с дач. Можно их еще и осветить в прессе, чтобы стыдно людям было, так вот так. Тяжело мне сказать. Не бросать? Проблема есть. И, но здесь в первую очередь это, конечно, зависит от нас, от граждан. То есть от нашей сознательности, уровня культуры. И, ну, ясно, от общего уровня, наверное. Ну, а так, я хоть и демократ с рождения, но я считаю, что нужно очень жестко подходить вот к этой проблеме, то есть штрафовать, вплоть до того, что конфисковать транспорт, на котором туда привезли и вывалили вот этот мусор. То есть, с одной стороны, это жесткость, а с другой стороны, наша сознательность. 340-043 номер телефона в нашей студии. Обсуждаем сегодня экологические вопросы. Павел Владимирович, вот мы выслушали мнение людей. А какой позиции придерживаются сегодня профессионалы? Ну, прежде всего, позиция четкая. Это неотвратимость наказания. Установили, что ты виновен, никакие тебе не помогут
значит, какие-то пути решения вопросов. Во-первых, вам будет предложено как нарушителю за счет собственных средств устранить это нарушение, чтобы потом получить более низкий штраф, как смягчающее обстоятельство. В случае же, что если это не будет выполнено, то землепользователь сделает это за нарушителя, но он вправе через суд в гражданском правом порядке, значит, на возмещение вот тех затрат, которые он понес. Угу. Ну, мне кажется, как превентивная мера привлечения подрастающего поколения к экологическим акциям по уборке территории. Это обязательно, потому что человек, который своими руками навел порядок где-то, он уже задумается в следующий раз, что после себя оставить после своего отдыха или прогулки. Конечно, Ольга. Мы практически в каждой нашей акции предохранной участвует БРСМ, да. Союз молодежи. Да. То есть тут двойная задача. Во-первых, как привлечение к труду, так и вот это воспитание. То есть когда ты это уберешь сам, и вот обидно, особенно в центре города, тоже в Алатове, вот мы убирали в прошлом году весной, ну, буквально два трактора убрали за полдня. Жуть, да? Это жуть. Такого просто равномерно разбросанного мусора, который... Ну, вот, хотелось бы даже обратиться, если вы молодая мать, да, и ваш ребенок же потом будет играть там. То есть, да. Ну, нет такой службы, которая будет вам каждый куст обсматривать. То есть, во-первых, с одной стороны, не бросать, конечно, не мусорить. Вы же сами будете потом жить и сами же там отдыхаете. Я в Алатове не отдыхаю. Я живу в Новобелице, поэтому, скажем так, по месту там. Но, там тоже есть места, да, отдыха. Но в акциях вот по всем вопросам приходится участвовать. А вот что касается рекультивации мини-полигонов, то здесь как обстоят дела? С рекультивацией мини-полигонов дела обстоят нормально. Мы планомерно подходим к тому этапу, что к 2022 году у нас ни одного мини-полигона быть не должно. Угу. То есть все это будет рекультивировано, и останутся только городские полигоны централизованные, которые соответствуют требованиям законодательства. Ну вот по их поводу тоже есть вопросы у нас уже, которые пришли на Вайбер. Хотелось бы знать, какая судьба ждет полигоны отходов. Горы мусора уже выше деревьев, как это влияет на экологию? Но это однозначно ведь влияет, нельзя говорить, что это безопасная это ситуация. Степень влияния очень сложно оценить. На каждом полигоне, за исключением мини-полигонов, существуют наблюдательные скважины. Отбираются регулярно, делается мониторинг, отбираются пробы воды, и вот, по крайней мере, на грунтовые воды оценивается степень влияния. Ну, это в долгосрочной перспективе. Есть какая-то стратегия обращения с этими отходами? Потому что смотреть на действительно горы, которые уже выше многоэтажек, очень страшно. Конечно, перспектива она есть. Есть соответствующее постановление Совета министров, которое предусматривает к 2026 году создание межрегиональных вот этих вот полигонов и объектов по обезвреживанию отходов. То есть основная задача – отходы переработать, отсортировать и по максимуму переработать. То есть даже уже складированные, да, вот из этой многолетней кучи, их можно каким-то образом еще изъять? Из тех, что складировано, будет просто сделана рекультивация по проекту. Их захоронят? Скорее всего, значит, будет отсыпано грунтом, чтобы не было запаха, и постепенно оно будет проседать, как это и в Минске сделано. То есть переработка таких отходов пока не планируется. Но вы знаете, что в нашем городском полигоне, значит, сверху собирается биогаз. И стоит установка по извлечению этого биогаза и выработке электроэнергии. Да, хоть какая-то польза из этой ситуации. И сейчас вот в тему дня, конечно, остро стоит вопрос строительства нового объекта, нового завода. И вот сейчас активно выбирается площадка под строительство данного завода, чтобы и учесть экономические интересы, и, с другой стороны, обезопасить горожан от перспективы накопления таких отходов. А опасность здесь есть еще вот какая. Тоже сообщение по этому поводу. Прошлым летом несколько раз горел большой полигон бытовых отходов под Гомелем. Следят ли экологи за ситуацией? Безусловно, за данной ситуацией мы следим. Там причина непонятна. Я же еще раз повторю, что был биогаз там собирается. И, может быть, то, что солнце, погода, какие-то блики. Но вот именно возгорание было биогаза, который очень сложно потушить. Его только отсыпкой грунта сверху потушили. Ну, соответственно, в нашей службе компетенции вопросы и предъявлять вред, причиненный окружающей среде. Поэтому данная работа была проведена. И, соответственно, виновные были наказаны. Спасибо, Павел Владимирович. Есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Виктор Иванович. Я проживаю в районе МЖК Солнечный. И очень часто, практически каждое утро, у меня утренняя пробежка в сторону УЗИ. Вот обращаю внимание, там, где конечная остановка автобусов,
маршрутных такси. Господа маршрутчики выбрасывают мусор из машин, моют там их, захламляют природу, одним словом. Вопрос такой. Нельзя ли на уровне местных властей обязать всех грузоперевозчиков, такси имеется в виду маршрутных, чтобы они заключили договора с коммунальными службами? Что там коммунальные службы, например, убирают после них? Или что делать? Спасибо. Спасибо за вопрос. Вопрос, да. Вопрос понятен. Я сам там был позавчера на данном месте. Соответствующие указания были направлены. Там не только вот это возле больницы, но и далее там остановочные пункты тоже были, ну, довольно нелицеприятны. А всегда, наверное, окраины, да. Это поэтому были выданы рекомендации, риска. Установлены краткие сроки. Я думаю, в течение 1-2 недель ситуация там решится. Но заставить, скажем так, маршрутчиков заключать договора тут вряд ли получится. То есть, действительно, если там нуждается в дополнительном месте для сбора отходов, то да. Такое мы, скажем так, порекомендовать местным властям можем. Спасибо большое. Еще одно важное направление хотелось бы успеть обсудить. Благоустройство – это озеленение. Вот здесь наш регион среди лидеров, общепризнанных в стране. Только минувшей осенью около 70 тысяч деревьев и кустарников было высажено и на городских улицах, и вдоль дорог. Как вы оцениваете качество проведенной работы? Потому что мало же просто посадить. Можно об эффективности судить только, когда уже станет понятно, что эти деревья прижились, и что действительно и Гомель сохранит свой статус зеленого города. И в районных центрах тоже будет все хорошо. Какие выводы сделаны из этой ударной осени? Ну, прежде всего, хотелось начать с того, что еще и весной больше 70 тысяч было, под 80 тысяч высажено деревьев кустарников. И наибольшую тревогу у нас вызывала именно тут летняя, скажем так, засуха, да, когда необходимо было поливать. Мы тоже организовывали акции. После весны всегда, наверное, тяжелее, да, да, приживаются весной деревья, потому что более лето сложно сухое. Приживается. Мы делали такую оценку, выборочно обследовали. Порядка 70% была приживаемость насаждений у нас на Гомельщине. В разных диапазонах, в зависимости от района. Там южнее чуть похуже была ситуация. Вот. Осенью высадили очень плодотворно. Причем хочу отметить, что по сравнению с предыдущими годами, это на порядок фактически в 5 раз выше цифры. Если всего в совокупности весной и осенью порядка 165 тысяч деревьев кустарников было высажено в Гомельской области, то в предыдущие годы, вот в 18-м 36 тысяч, в 19-м, в 17-м 32 тысячи. То есть мы видим, какой уже порядок цифр. И порядка 35 тысяч уже намечено к высадке на следующий год. Но мы сами понимаем, что планирование всегда чуть меньше, чем тот факт, который будет. Потому что тут в силу разных причин люди не хотят так планировать, чтобы уже подтягиваться к максимуму. Лучше перевыполнить и спокойно. Поэтому ситуация на нашем контроле. Мы только приветствуем, в том числе участие горожан в проводимых мероприятиях, и они повторятся весной. И, соответственно, вместе будем смотреть, как развивается ситуация. Вот как, тем более, как первое обращение. Да, кто-то поломал. Сегодня свое дерево можно оставить даже с именной табличкой от имени своей семьи в честь какого-то повода, семейного события в парке семейных деревьев. Тоже интересная инициатива. Вы оставили свое семейное дерево? Я там посадил не одно дерево, но, к сожалению, поскольку садил не с семьей, а в рамках акции, да, ну, я не могу его назвать семейным. Поэтому это еще впереди. Еще ждете какого-то повода. Ждем повода, ждем разработки проектной документации на данный объект, чтобы действительно пара семейных деревьев вот в Лотове, который заложен, был впоследствии излюбленным местом горожан и полноценной зоной отдыха. В городах должны быть парки, и, конечно же, в каждом районе должны быть такие места, где можно погулять, подышать воздухом. Это необходимость. Деревья, к сожалению, тоже болеют, старятся и умирают. Как принимается решение о проведении рубок в тех местах, где уже деревья признаются ветхими, особенно если речь не об одном каком-то конкретном дереве, а если это целый сквер, к примеру? Ну, такие случаи очень редки, когда целый сквер у нас, значит, является уже опасным или аварийным. Но действительно, периодически деревья в силу еще каких-то погодных условий, шквалистых ветров, становятся опасными. Это перестойные насаждения, высоковозрастные.
И, соответственно, специализированные организации в области озеленения, которые уполномочены местными органами власти, на основании заключения о признании их опасными, осуществляют оперативную уборку данных деревьев. Но не такая простая ситуация, как просто убрать озелененную территорию. Сейчас закон очень четко и, скажем так, очень жестко стоит в интересах зеленых насаждений, и просто удалить довольно сложно. Тут необходимы, во-первых, веские основания, потом, чтобы озелененность территории в данном районе не уменьшилась в силу таких мероприятий, и, конечно, компенсационные посадки и выплаты в бюджет должны последовать. То есть только если что-то будет на этом месте высажено, тогда принимается решение о том, чтобы деревья убирать. Далее давайте поговорим об охране животного мира. На эту тему у нас подготовлен сюжет. Давайте посмотрим вместе. Эти три лебедя постороннему человеку кажутся одной дружной семьей. Во всяком случае, плавают они всегда вместе и улетать, похоже, никуда не собираются. В прошлом году осенью к ним прилетали другие лебеди. Наверное, звали с собой в теплые края. Однако гомельчане не согласились и даже дали соотечественникам достаточно жесткий отпор. Понять мотивы птиц человеку сложно, однако предположение сделать можно. Один из этих лебедей далеко лететь просто не мог. Его нашли со сломанным крылом и по просьбе Светлогорской инспекции по защите растительного и животного мира передали сюда на так называемую передержку – время, когда лебедь окончательно выздоровеет. При этом даже при такой официальной просьбе хозяин агроусадьбы был вынужден в соответствии с действующими правилами оформить документы о содержании птицы вне среды ее обитания. Это закон, который сегодня, к сожалению, по незнанию или сознательно соблюдают не все. Взять домой понравившуюся зверушку – нарушение, за которое предусмотрен достаточно большой штраф, даже если эта зверушка или птица оказались в непростой ситуации. В каждом районе у нас созданы при райисполкомах комиссии по оказанию помощи диким животным в бедственном положении. Сообщить об этом можно или в инспекцию природных ресурсов, или на телефоны экстренных служб, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Управление внутренних дел. Выезжает комиссия, если животное не представляет угрозы для граждан, если оно не больно никакими инфекционными заболеваниями опасными. Комиссия принимает решение либо о отпуске его в природу, если позволяет его состояние, либо, если есть такая необходимость, то для передержки его в неволе, пока оно не сможет выздороветь. Серая или черная крыса, домовая мышь, бурозубка равнозубая и европейский крот. В Беларуси есть список животных, которых можно изымать из среды обитания, однако лебеди в него не включены. При том, что экологи предупреждают, зачастую дикие животные являются переносчиками многих опасных болезней. Кроме того, в доме очень сложно вырастить здоровое животное. А чтобы оно смогло вернуться на волю, потребуется продолжительный и тяжелый период адаптации. Что касается данного случая, то здесь никаких нарушений нет. Один лебедь передан для временного содержания официально, еще два также официально приобретены в России и также зарегистрированы. Что касается директора агроусадьбы, где находятся птицы, то он, похоже, таким гостям даже рад и очень надеется на скорое пополнение стаи. Честно говоря, что никаких проблем с этим нету. Обычное зерно, свежая морковь, отварной картофель. Самое главное, наверное, любовь и забота к животным, потому что без этого, наверное, никуда. Птиц мы любим, у нас здесь своя природа. Хотим, чтобы они развелись. Вы смотрите «Диалог». Заместитель председателя Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Павел Новиков сегодня у нас в гостях. В случае, когда лебеди не улетели на зимовку, аисты или люди подобрали выпавших из гнезда птенцов, не так уж редки. Но как они регулируются законодательно? Можно так делать? Можно оставить птичку у себя? Тут вопрос такой интересный, понимаете. Вроде бы каждое данное событие, то есть изъятие этой животной, сокращение среды, вроде бы под благими намерениями. Конечно, спасти, помочь, да, выкормить. Надо понимать, что если вы изъяли этого же косыленка, который в силу своих особенностей развития поначалу прячется в траве и думает, что его никто не видит, и принесли его домой, то фактически вы его обрекли на гибель. То же самое будет и с птенцом. Поэтому такие случаи вмешательства в природу крайне не нужны.
оставьте в покое это животное там, где оно спряталось. Если птенец выпал из гнезда, то просто подсадите на это же дерево повыше. Есть такой период у них, как подлетыши, то есть они еще учатся летать, их родители докармливают на земле. Ну, а если нужна помощь, если действительно перебитое крыло, животное точно никуда не улетит само, оно просто от голода погибнет. В таких случаях, конечно, мы вмешиваемся, и уже без изъятия его заключение стрельбы не представляется возможным ему помочь. Существует у нас схема взаимодействия с нашими двумя зоопарками, это Октябрьский и Жлобинский. В первую очередь, если животное краснокнижное, либо международный охраняемый вид, мы передаем, конечно, в этот зоопарк. Там есть ветеринар и созданы условия для оказания помощи. Зачастую бывает, что обычные виды, как наш обычный аист, значит, белые, скажем так, пересыщены уже зоопарки, мы просто не можем их принять, потому что в период, когда они вылетают, многие травмируются, провода, машинами сбивают и так далее. Вот. Поэтому в таких случаях мы уже ищем энтузиастов из местных жителей, из вот каких-то, как пример показали сюжет, и передаем им на временную передержку. То есть если у людей уже был такой опыт, уже аиста вырастили, да, или лебедей, то могут быть им еще предложить парочку. Да. А вот бывали ли какие-то экзотические случаи в вашей практике? Волчат или медвежат кто-то пытался воспитать? Ну, волки у нас содержались до недавнего времени только субсовхоз «Коммунист» в Ельском районе. У них было официальное разрешение на содержание, но по последним данным они... А с какой целью? Они убежали. Ну, в целях экспонирования, скажем так, демонстрации. То есть такой мини-зоопарк? Мини-зоопарк. Очень интересно, рядом сидели, с фермой. Да. Но надо отметить, что волк – это международно охраняемый вид, СИТЭС, поэтому регистрацию он проходит обязательно в Минприроды, даже не у нас в комитете. И за ними тоже четкий контроль. Вот. Ну, в данный момент вроде бы волки те ушли. Убежали? Убежали. Сами? Да. Убежали. И после опыта жизни у человека, да, вот вблизи они спокойно адаптируются к своему обычному образу, дикому образу. К сожалению, по регистрации животных есть вопросы. Мы знаем, что очень много животных содержится без регистрации, и тут уже хотелось бы обратиться к гражданам. То есть, если вы знаете, что у вас сосед содержит удава, допустим, да, то в ваших интересах об этом сообщить. То у нас удав только зарегистрирован в дворцовом парковом ансамбле. У частных лиц нет змей? Ну, официально у нас регистрацию они могли бы пройти, либо в министерстве. У нас таких сведений нет, значит, все, что имеется, это, скорее всего, незаконно. Вот из экзотических пара сервалов в городе Гомеле, она, значит, законно зарегистрирована и для размножения содержится. И люди продают их потом, да? Ну, я так понимаю, они еще за регистрацией потомства не обращались, но по истечении 2 месяца со дня рождения потомства их тоже необходимо зарегистрировать. После этого можно уже продать, как разведенное животное в неволе. Спасибо большое. Есть несколько вопросов, которые пришли на Вайбер. Почему в наших водоемах стало меньше рыбы? Кто в этом виноват? Экология или браконьеры? Ну, правда ли меньше? Во-первых, конечно, можно поспорить над этим суждением. Просто она в этом году не очень хорошо клевала. Вот. Есть такое событие, мы в курсе его, но статистики такое, что рыбы стало меньше, ну просто нет. Но опять-таки посмотрим на зимы предыдущие. Позапрошлом году, в прошлом году и летом, и зимой были зафиксированы такие явления, как заморы. То есть было много воды, цветение ее, зимой недостаток кислорода вследствие льда многослойного. То в текущем году мы видим с аномальной зимой, там такая ситуация вряд ли повторится. Поэтому это еще... как плюс на увеличение рыбы будет больше. Стада, да. Говорят, что почти вся вода в питьевых колодцах Гомельского района содержит нитраты и уровень высокий. Что делать? Вопрос к санитарным службам, да, скорее? Да, это не совсем наш вопрос, но, скажем так, все-таки мы сторонники центрального водоснабжения, там, где вода после станции обезжелезивания. Это не для употребления в пищу сейчас поэтому вода. Поэтому с колодцами абсолютно. Очень аккуратно и надо в Центре гигиены и эпидемиологии постоянно ее сдавать. Да, можно обратиться, и там сделают анализ. Очень короткий ответ. Можно ли подкармливать диких уток и лебедей? Или не стоит? Диких уток и лебедей можно подкармливать, но вы в интернете посмотрите, чем. То есть только не черным хлебом. Белым хлебом, зерном можно. Но вы, опять-таки, должны понимать, что этим вы удерживаете их. Здесь у нас. И доброго дела все равно не получится. Да. Павел Владимирович, спасибо огромное за сегодняшний диалог. Вынуждены, к сожалению, уже закончить. Спасибо вам. Заместитель председателя Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Павел Новиков был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. До свидания.